Мам родных, любимых наших, поздравляю детвора. И про них сейчас расскажем. Приготовьте же, друзья. Я сегодня очень рада здесь в общении с святым, быть с моей мамой рядом и в общении со Христом. Никого нет мамы лучше, это каждый знает сам. Верить в Бога мама учит и стремится к небесам. Мама, если мне бывает больно, мама доброй рукой успокаивает боли и несет с собой покой. И когда игрушки шумно, шумно радуюсь я. Улыбаюсь, мама милая моя. Пусть несет с собою ветер, то, что всем открою я. В целом мире, в целом свете, мама лучше всех моя. И еще я знаю тоже, что хороший друг Христос помогал и впредь поможет мамам всем в долине слез. Много нас у мамы нашей новой трудной жизни час. Самой доброй, лучшей самой будет мамочка для нас. Мама ждет, а деток много, но желание всего, чтобы детки знали Бога, чтобы верили в Него. И вечерние молитвы, преклоняясь Бога сил, будет мама на коленях за детей своих просить. Спасибо, большое спасибо, я маме любимой скажу. За ласку твою когда-либо я, мама, тебе отплачу. Да ныне милостью Божией, спасибо же вам за труды. Даст Бог, и мы вырастем тоже, и будем такими, как вы. Только ты всегда поддержишь и успокоишь, и от зависти и злости меня укроешь. Я люблю тебя, ты знаешь, тобой живу я. С благодарностью я руки твои целую. Мама, усика.
душе светло. Мамочка родная, как с тобой тепло? Я молюсь ночами, чтобы ты жила, ты здоровой, мамочка была. Жизнь мне подарила, мамочка моя, больше всех на свете я люблю тебя.